знаменитой уругвайской актрисы и певицы Наталья Орейро представила видеоклип песни с названием «Унитет Блови», которая посвящена чемпионату мира по футболу 2018 года. Песня является миксом сразу из трех языков – английского, испанского и русского – и рассказывает о мире, любви и о том, как важно всем объединиться для такого крупного и популярного события, как чемпионат мира по футболу. Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах. Посмотреть видео можно на канале Warner Music в YouTube. Красота дня. Наталья Орейро записала песню ОЧМ 2018. Она надела кокошник и поет на русском.